возвращаемся домой из Геленджика в Омск, да, и заехали по пути в мега, в центр мега Адыгея Кубань, чтобы купить Егору и Алисе обувь эко, поскольку здесь скидки пошли, мы посмотрели по каталогу и заехали Егору и Алисе купить красивые сандальки и ботиночки, да. Вот мы стоим перед входом в магазин эко, сейчас идем, выбираем, меряем и покупаем, да? Ну все, вперед в магазин. Вот мы зашли в магазин эко и выбираем обувь. Сначала Егору, тут смотрим, потом Алисе будем смотреть, да? Мега Адыгея Кубань. Нет, мне нравятся вот коричневые и зеленые. Да. А Алиса, какие ты ботиночки пока это захотела? Ну-ка покажи, где твои? А вот там вот, какие вы выбрали? Или их унесли уже оттуда? Мы выбрали 26-го. 26-й размер, да? Так, ну что, вы какие тут присмотрели? 26-е будут с этой модели, вот эти будут в другом цвете. А в каком? А в интернете я смотрел, что все. А тебе нравится? Да тоже ничего. Давайте. Больше ничего не выбираешь, просто. Так, еще. Скажите мне, для мальчика, знаете, какие нравятся? Вот в синем цвете есть, как на маломере тоже открытые есть. И совсем 30 лет. И зеленый. Или можно горячий. Что, Алиса, тебе выбрали уже босоножки, какие измерить будем, да? Не, это большие, это большой на тебе размер. Нам нужно поменьше. Сейчас тебе дядя принесет. Алиса с Егором уже заняли место для примерки, да? Готовят ножки. Сейчас им принесут обувь. Сейчас им принесут обувь и будем мерить. Размер какой это? А 38-го нет? А 38-го нет? Не знаю, но... Надо тогда побольше посмотреть. А что, Алиса, тебе нравится? Ну-ка. Видишь, да, притыкают? Какие? Ну вот эти. Алиса, пяточку а туда. А больше есть? Спасибо. А эти побольше, да? Да, вот эти нормальные. Угу.
делаю упор прям немножко, да, на ножку прям делаю упор, становись на нее, на эту не становись, на эту. Мне кажется, розу будет, ее одежда машина. А таких чуть побольше нету, да? Почему? 25-й нужно? Нет. Они последние. Да, 26-й это последний размер ряд. Из этой серии, да, конечно. Вот эти нормальные. Нам больше не надо. Вот эти? Эти нам маленькие, то есть не надо. Вот эти, наверное, лучше стельку вытащить и так посмотреть. Да? Мне кажется, не вытаскивается. У нас под расколку, да. Егор, намери вот этот вот. Это 38-й. Это тоже чуть побольше, да? Вот, вот эти, как, вот эти получше, мне кажется, Егору. Коричневые? Да. Давай, давай, встань, упор на эту ножку сделай. Вот это я отходит. Маш. Я говорю, отходит именно то место, там отходит, да, да, нет. Получается, он живой здесь почти полтора. Так, и вот эти. Полтора размера будет. 26-й размер. И коричневый, и коричневый 38-й пол, вторую пару. Так, Егор с Алисой у нас уже выбрали обувь. Егор, ну тебе какие больше понравились, коричневые или зеленые? Есть побольше зеленые. Черно-зеленые? Мне кажется, коричневые. Ну надо спросить. Там наша мама села, мерит себе тоже обувь Эко. У нас все обожают обувь Эко. Еще Nike и Adidas. Да, папа только Nike. Алиса, тебе понравились сандалики? Как? Да, но два были на меня как раз. Два на тебя как раз? Да, одела один. Было не как раз. Да. Ну, папа, у меня нас любит. Алиса, покажи, какие тебе сандальки выбрали. Так, вот эти сандальки. И вот эти розовые, Алиса. Ой, и вот эти ботиночки выбрали, да? Они тебе очень понравились, да? Как а раз. Белый один, он не как. А белый маленький получился. Ну, а эти Алиса Эко носит, да? Ну-ка, Егор, иди сюда, пройдись. Ну и что, удобно в них? А? Ну, смотри, сейчас еще черные принесут. Мне вот эти нравятся. А Алисе вот эти нравятся, да. Алисе, классно. Маме это нравится, мне эти, да, с папой. Одевай вот этот вот еще черный, 38-й, на другую, ну, на ту ногу, на которую, и посмотрим. Алиса помогает Егору выбирать обувь, потому что Егор сомневается, у нас коричневые брать или черные. Егор выбрал? Коричневый. А? Коричневый. Коричневый? Точно? Ну, давай все снимай, значит, просим коричневый, 38-й. Нет, это... А, это тоже 38-й? Алиса радуется, что ей обувь уже выбрали, да? Oh, boy.
приятно вернуться в свои нравится. Мама у нас выбрала обувь. В общем, все при обуви. Да? Мы дороже всех выбираем. Алиса такая довольная, что и розовые, да? Розовые? Еще одни. Еще одни? Ну все, мы выбрали. Идем на кассу, да? И рассчитываемся. Так, я знаю, что я пойду пока себе посмотрю. Ну что, вот друзья, мы выбрали обувь, да, для Алисы Егоры, для нашей мамы в магазине «Эко» Адыгея Кубань. Специально приехали сюда из Геленджика, мимо заехали, выбрали обувь. Да. Всем говорим пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы Егора. Ну и оставляйте комментарии. Пока-пока. Ребятульки, подписывайтесь на наш канал. И ставьте очень много-много лайков. Очень-очень много лайков.